На базе учебного пункта МЧС Ульяновской области стояли соревнования на звание лучшего звена в подразделениях газо-дымозащитной службы региона. Начались состязания с боевой проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания. Затем огнеборцы в составе звена направились в сильно задымленное помещение. Там необходимо было отыскать пострадавшего и обеспечить его спасение. Далее испытания. Квартира. Звенья должны вскрыть двери при помощи ручного инструмента. После эвакуации всех условных пострадавших и тушения пожара. На этапе квалификации участникам нужно пройти лабиринт. Каждое такое испытание – это не просто проверка умений сотрудников. Главное, что все они регулярно набираются опыта в своих учебных пунктах и, конечно, в реальной практике. И каждый должен обладать конкретным набором компетенций. Во-первых, это грамотность, непосредственно профессионализм и непосредственно любовь, своя работа, своя профессия. Вот. Ну, в принципе, у нас все участники на данный момент и сотрудники такими являются. Команда у нас собрана, так скажем, не по возрастным критериям, а реально по, так скажем, по профессиональному опыту. Участвовать может, в принципе, любой сотрудник, который, так скажем, аттестован на право работы в непригодной для дыхания среды. Всего в соревнованиях приняло участие 6 команд. Победителем стало звено 8-й пожарно-спасательной части. Второй этап конкурса пройдет в Оренбурге.